стоп! Приехали! Мы в Форест-Хиллсе. Вернее, в той малой его части, которая зажата между 108-й стрит, Grand Central Parkway, 67-й и 71-й авеню. Для тех, кто не знаком с этим местом, это вот прямо здесь. Если же вас интересуют детали, рекомендую Google. То, что сейчас называется Forest Hills, лет 100 тому назад принадлежало 6 фермерам. В 1906 году компания Court Myer Development приобрела у них 600 акров земли и начала их застройку. Эта компания и дала месту название по ассоциации с соседним лесным массивом Forest Park. Прогуливаясь по местным улицам, можно увидеть еще довольно много домов, сохранившихся в первозданном виде со старых добрых времен или претерпевших некоторые изменения и улучшения в соответствии с духом времени или вкусом их владельцев. Но количество этих домов уменьшается катастрофически, уступая место новым постройкам, выполненным в совершенно ином духе. Район меняет свое лицо стремительно и драматично. Стоп, стоп, стоп. Давайте двигаться в темпе джаза, но все же не так стремительно. Тут есть на что посмотреть.
Ну вот и закончилась наша короткая экскурсия. Мы, наверное, сюда вернемся еще не один раз. А пока, пока!